Добрый вечер, дорогие друзья. С радостью вас приветствую на 17-й церемонии вручения Высшей театральной премии Москвы «Хрустальная Турандот». В вишневом саду Московского театра растет хрупкий и прекрасный росток. Этот росток называется «Театр простодушных». В нем играют актеры, страдающие синдромом Дауна. Сегодня мы решили поддержать этот замечательный коллектив. Я прошу подняться на сцену Игоря Неупокоева, художественного руководителя этого театра. Приз вручает Марк Розовский. Простодушный — слово вольтеровское, как вы все прекрасно помните. А Вольтер был одним из самых лучших и главных гуманистов в Европе. И, наверное, поэтому мы должны поддержать театр простодушных. Я тоже очень взволнован, потому что мы шли к этому успеху 8 лет. Спасибо.